Приветствую всех на канале! Сегодня я готовлю аджику по самому простому рецепту. Проще, наверное, не бывает. И если вам интересно, оставайтесь, чтобы посмотреть. Может быть, тоже захотите себе такое приготовить. Для моего рецепта понадобится только перец, чеснок и соль. Специи сюда можно добавлять, можно не добавлять. Все равно получается очень вкусно и ароматно. Если захотите добавить специи, сделать это можно потом, в любое другое время. Сегодня мы готовим самую основу, которую можно потом использовать по любому назначению, добавлять в маринады, салаты, супы и так далее, в любые блюда, также смешивать с любыми ингредиентами. Нам понадобится 1 килограмм перца. Я буду использовать 2 вида чили. Маленькие перчики гораздо острее, чем крупные. Также понадобится 100 грамм чеснока, 3 чайные ложки соли или 30 грамм. Для того, чтобы аджика была более густой и также занимала в холодильнике меньше места, можно перец немножечко подвялить в течение нескольких дней. 3, 5, 7 дней достаточно для того, чтобы перчик начал немножечко сморщиваться. За это время он может потерять до 50% влаги. И после этого чистим его, как обычно, от хвостиков и семян. После этого складываем все наши ингредиенты в емкость, в которой будем измельчать. Либо кто-то это делает с помощью мясорубки. Я делала с помощью погружного блендера. И нужно сказать, что получилось очень хорошо. Смесь такая однородная, пышная, кремообразная. Но у меня блендер очень мощный. Если у вас блендер меньше 800 ватт, то может быть тяжеловато ему работать, и мотор может перегреваться. Такая аджика может храниться в холодильнике бесконечно долго. Только желательно в первое время не закручивать баночку слишком плотно, потому что будет происходить естественный процесс ферментации, и удаляться из банки лишний воздух должен беспрепятственно. Вот такой простой рецепт. Надеюсь, он вам также понравится. Такие простые ингредиенты, которые здесь используются, можно купить в любое время года в любом магазине и приготовить такой замечательный продукт, который не требует стерилизации, прекрасно хранится. В итоге получается великолепный иммуностимулирующий продукт. Крепкая иммунная система – это то, что нам важно, особенно в холодное время года. Спасибо, что подписываетесь на канал, оцените это видео, ставьте пальчик вверх. Всем желаю отличного здоровья, берегите себя и своих близких, и до новых встреч!